И зрителям я напомню, что у нас сегодня очередной выпуск рубрики «Дворцовые интриги». И хотелось бы, то есть цель этой рубрики, попытаться пообщаться с педагогами, не как с педагогами, с такими как бы представительными, а и очень так себя несущими флаг своего коллектива, а, скажем так, с человеческим лицом, увидеть педагогов такие, какие мы есть. Такими, какими вы есть, да. Отлично, Юль, спасибо. Итак, у нас сегодня народные коллективы, коллективы, связанные с народным искусством. Руководитель фольклорного ансамбля «Рябинушка» Пикова Валерия Валерьевна, руководитель ансамбля народно-сценического танца. Юля, ты просто вообще the best, ты сейчас все произносишь, все сложные вещи ты как раз произносишь, молодец. Юлия Владимировна Бекренева, концертмейстер коллектива «Ступницкая» Наталья Анатольевна и ансамбль коллектив народного танца «Танами». И его руководитель Соловьева Альбина Анатольевна. Ура, с самым сложным мы сегодня справились. Вот. Я начну с такого вопроса, может быть, он покажется вам провокационным, хотя мне он почему-то кажется очень даже таким жизненным. Вы занимаетесь народным пением, вы занимаетесь народной хореографией, вы занимаетесь народной хореографией. Насколько это направление сейчас востребовано? Потому что, ну, как-то вот так вот сложилось какой-то такой миф, я считаю, что это не модно, и, возможно, у вас с этим возникают какие-то моменты, может быть, для вас неприятные, а может быть, наоборот, вы открываете совсем неожиданные вещи и в детях, и в родителях, которые к вам приходят. Наталья, ну, Наталья, я могу сказать, да, со своей стороны, наблюдаю очень много за детьми и вижу, вот для меня это, конечно, может быть такой первый опыт в рамках хореографии, но я хочу сказать, что очень большой интерес, вот именно народное, да, сказать, вот... народному творчеству. Народное положение. То есть дети на самом деле интересуются, вот как бы это странно ни казалось, это никогда не пройдет. Это действительно, это не какая-то не мода, это история наша. Это надо развивать, это надо внедрять без конца, и поэтому это очень востребовано. А я хочу сказать, вот мы ездим на конкурсы, да, на какие-то. Я вижу такое огромное количество хореографических коллективов, именно народников, и на самом деле в них очень много детей. Поэтому я вот считаю, что мне кажется, что все-таки народный танец не загублен у нас, и он востребован. В любом дворце творчества, по крайней мере, как минимум по 2-3 коллектива есть народных. Я знаю и на Воробьевых горах, и в Косаревском, и в Перово, и у нас вот 2 коллектива. На юго-западе вот моя лично тоже сестра занимается, и до сих пор, вот сколько я себя еще помню, молодой, а до сих пор коллектив существует и выступает на больших площадках везде. Ну, насчет востребованности, я, например, все-таки поспорила бы, все равно сейчас, в нынешнее время, народное творчество, оно уходит на второй план. Первый план занимает именно современное и эстрадное там творчество, и хореография, и вокал. Люди идут, просят именно это направление. Народную хореографию, народный вокал, народное вообще творчество, ремесло какое-то, почему-то они... То ли его боятся, то ли они его не знают, я не могу сказать, но, по крайней мере, востребованности такой вот на народную хореографию нет. Одно дело, что мы все, как говорится, у нас здесь во дворце педагоги, в других дворцах творчества педагоги, руководство дает, поддерживает и дает возможность развиваться именно этому направлению. И что мы не забываем это направление, народное творчество. И всеми, как бы, ну, не знаю, правдами, неправдами, пытаемся представить это народное творчество с хорошей, положительной точки зрения, вернуть, может быть, в те далекие советские времена, когда народное творчество было востребовано. Оно действительно было хорошо востребовано, может быть, благодаря тому, что... шли очень массово,
ну, я не знаю, реклама, не реклама, концерты, не концерты, везде, на всех каких-то, на телевидениях. Люди жили этим. То да, есть, люди жили этим, было. Да. Мне кажется, просто сейчас появилось вот это новое направление, современный танец, да, и поэтому есть выбор, либо на современный, либо на оригинальный жар пойти, но народный, вот он как был изначально, и он все равно есть и довольно-таки сильный, вот, ну, мое мнение, я считаю, что он сильный, да, народный но танец, но школа, потому что есть, потому да. что у нас еще да. не сформирована как таковая база, ну, школа именно современной хореографии, если мы говорим про contemporary, то есть надо ехать куда-то, вот, и тот же самый Институт культуры, насколько я знаю, там основа все равно... Джаз модерн, да. там джаз модерн больше основа, да, ну, по крайней мере, вот, когда я равно, училась, мне кажется, да. это все равно, ну, как, приравнивается, наверное, к, в какой-то степени к классике, да, то есть это все равно должно быть в базе танцора профессионального. Да, народная хореография и классический танец, они сейчас идут рука об руку, рядышком, и без этого, просто, да. без этого ни одно училище, колледжи сейчас, институты, университеты, которые открывают хореографические отделения, они без этого не работают, потому что на этом все воспитывается, на этом все строится, идет именно... Может они быть... просто очень сильно похожи, да, что в классике есть позиции, в народном те же позиции, да, движения похожи. Единственное, нет, ну, разница есть, конечно, но все строится именно от классики, переходит в народный. А вот как сделать так, чтобы это все-таки стало более, ну, я не очень люблю слово медийным, но тем не менее, вот сейчас достаточно большое количество проектов, телепроектов, таких широких конкурсов, например, там танцы на ТНТ, на Первом канале Dance Revolution, и народный танец не представлен там, простите от слова, совсем. То есть на кастинге еще можно увидеть, то есть люди приходят и все равно они делают микс. То есть они не хотят себя презентовать как народный танцор, хотя у многих действительно эта школа есть. Ну, есть. Все мы понимаем, что она там есть. Да. Вот. Но когда начинают делать какие-то номера, к сожалению, никто практически, ну если микс еще делают, вывести на высокий уровень, хотя, казалось бы, нам сложно конкурировать. В джаз-фанке. Я не очень знаю, что такое джаз-фанк, но нам сложно конкурировать с американцами в джаз-фанке, на мой взгляд. Ну, так, на мой дилетантский взгляд. А в народном можно было бы это сделать настолько выигрышно, что, ну, это мне было кажется, бы пропагандировать такое. Надо как-то вот больше это все. Да здесь не столько пропагандировать, сколько, скорее всего, наверное... Не знают, боятся, вот, не умеют. Нет таких педагогов, которые могли синтезировать этот народный танец. Вот. То есть, как Моисеев, например, да, Игорь Моисеев, который но сделал. Игорь Моисеев сделал его академическим, сделал его более классическим, более строгим. У него определенные каноны и требования идут. У Игоря Моисеева. Игорь Моисеев, подготовка шикарная, обалденная, то есть там... Но это и профессиональный коллектив, надо да. еще сказать. Нет, но я просто том, имею в виду, что на коллектив, уровне да. именно вот, какой-то таком, ну... Как сказать? Я вот не знаю, почему не делают какие-то проекты, да, на телевидении с народным танцем. Интересно, на самом деле, мне кажется, было бы интересно. Мне вот тоже такие вот. Очень хорошая трюковая вот. Составляющая. Тем более, это да, там супер, на мальчиков шикарные трюковые, куча трюковых элементов. Девчонки тоже такие трюки могут делать, да, и крутки, и прыжки, там все. Вот. Почему это не делают на телевидении, непонятно. Почему это не пропагандируют именно в нашей стране, да, в России. Вот это тоже мне непонятно. И причем хочется сказать, что такое разнообразие в народном танце, вот в русском, да, ведь на севере танцуют одни танцы, более лирические, на юге более такие задорные, там, да, везде свои руки, везде свои тонкости. И на самом деле, вот если бы у нас это больше пропагандировали, и люди бы больше знали, да, и это было бы больше интересно детям узнать самим. Мы стараемся в нашем коллективе да. это разнообразие вносить, да, потому что у нас и в других коллективах, да, и многообразие север, и юг, и восток, да, 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 идет вот... разнообразие, чтобы детям было интересно, да, и нам было интересно, и чтобы было показать родителям, вот, но, конечно, вот телевидение хотелось бы, да, чтобы побольше. А вот, конечно. Можно тоже вопрос из-за кадра, а вот вы упомянули ансамбль Моисеева, да, а вот там я, может, плохо знаю. Но вот именно того разнообразия, которое ты, Юль, сейчас говорила, я не видел. Но они специализируются на танцах народов мира. Вот это разнообразие можно увидеть в ансамбле «Березка» и в ансамбле «Гжель».
кстати. Они, Бабенко. Да, да, да. Ансамбль России Краснодарский. Они именно дают по областям. Вот. Деревягин у нас вот в Институте культуры, педагог есть, он очень хорошо знает вот эти все областные тонкости, областные особенности, и дает очень прям грамотно. Ну да, Валерия Валерьевна тоже, да, у нее очень много вот песен, она же фольклором у нас занимается, и у них тоже эти тонкости очень как сильно видны. Как, Валерия Валерьевна, как вам, легко ли вам бороться с конкуренцией эстрадного вокала в этом плане, да, то есть легко ли, давайте вот так я даже скажу, легко ли выжить сегодня фольклорному коллективу? Ну, с одной стороны, легко, потому что там очень много интересного, там опять же вот эти традиции, областные особенности, свои напевы, свои какие-то соотношения секундные, квартовые, квинтовые, вот это вот очень интересно. С другой стороны, сложно, потому что многие, кто приходит вот ко мне в коллектив, они не уходят, и они открывают для себя эту песню. Потому что на самом деле нету такой пропаганды нашего народного творчества. Потому что если посмотреть, например, на южные регионы, очень хорошо лезгинка, все там поддерживается, в Чечне, там, да, где да, вот они, эти, кстати, они с детства очень свою культуру впитывают и очень чтят. У нас такого нету. У нас народные песни, наверное, ассоциируются больше с застольем с каким-то. Хотя, вот в какой момент это произошло? Ну, это я не знаю, в какой момент произошло. Да это всегда было. Это, наверное, если посмотреть, оно шло из корней, было, так да. оно шло, но то, что наиболее такое приемлемо для застолья, оно как бы вот и выживает. Мне кажется, оно от застолья и вышло, вот это пение. Нет, есть очень интересные вещи, когда вот даже можно сделать некие аранжировки, какие-то такие очень аккуратные, не нарушая вот эту вот структуру фольклора именно, областные какие-то традиции. Это можно очень красиво сделать, и это немножко чуть-чуть осовременить. Я не люблю, когда совсем уже осовременивают, как Пелагея, например. Это мне не очень нравится. Вот какая-то должна изюминка оставаться в этом народном. Коллективов очень много, но ни дети, ни родители, к сожалению, о них не знают. Есть канал «Культура», который транслирует периодически какие-то и хоры, и ансамбли фольклорные. Ну, у нас не смотрят этот вот канал практически, поэтому, приходя сюда, вдруг открываются для них народные песни. Но это очень небольшое количество людей, основные сейчас, вот да, все это современное искусство, эстрадный вокал, все это очень популярно, народное не очень популярно. Ну, те крупинки, которые приходят, они задерживаются, им нравится это, и они остаются вот, вот сейчас выпускницы, у меня две. Они выпускаются, но у них есть мысль продолжить дальше. Поэтому это интересно, ну и когда сам педагог должен это интересно воспринимать, преподносить, да, и жить этим. Если самому преподавателю, там, ну, руководителю это интересно, то я думаю, что дети этим заразятся. Все-таки, может быть, имеет смысл иногда сделать какой-то, ну, заход, да, какой-то микс, может быть, с современностью, чтобы привлечь и потом людей погружать дальше? Или вам кажется, что лучше сразу, чтобы люди понимали, на что они идут? Как вам кажется? В моем понимании нет. То есть, чтобы не заигрывать, не было заигрывания, да? Я не люблю заигрывание, я люблю вот чисто классика, чисто народный танец, чтобы вот это впитывалось именно в детях. Ну так народный танец же, это же на самом деле, он не настолько народный, это какие годы, наверное, 40-е, 50-е годы, наверное, прошлого века, потому что народный, именно фольклорный танец-то, он очень сильно трансформировался, хор Пятницкого, и тот же самый Моисеев, они сделали новое такое, ну как бы перекроили его. И но в принципе народному танцу не так много лет в нашем предсказатории. Народному танцу много лет. Я понимаю, сейчас, но он не похож на фольклорный танец народный. Правильно, потому что ты сейчас говоришь совершенно другое направление. Народный танец сейчас делится на несколько направлений. Первое, что фольклорный танец — это чисто, который фольклор исполняют
исполняют, ну, скажем, бытовой, да, бытовой, как бы ближе к народу, без особых канонов, правил, позиций. И что удивительно, там не надо вот именно этих трюков показывать, вот да, в этом народном, да, вот, да, вот в фольклорном потом танце. Идет просто народный танец, который уже фольклор немножко раскрывает, позиции уже должны быть, какие-то каноны, правила возникают. Но это сценический вариант. Да, это еще не совсем сценический. Это не совсем чисто правильные, как бы говорю, позиции. Но они уже появляются. Но его в народном. Такого. Да, его в народном танце это появляется. Дальше, следующий идет. Народно-характерный. Народно-сценический, не важно, народно-характерный. Народно-характерный. Это чистая классика, использованная, как говорится, ну, народная хореография. И это на взять... базе, и на базе вот великих наших всех мастеров, которые были до этого, до нас, да? Ну, получается. Вот это в балете. Народно-характерный танец очень ярко выражен именно в балете. Брать какие-то там балеты, где идут кусочки народной хореографии, ну, тот же самый взять Чайковского, если русский, да, танец. Да, русский танец. Русский танец. Ну, на классике. Щелкунчик, где китайский танец. Китайский танец, восточный что там, танец. Да, вы это тоже делаете, да? Это да, делает, да. Вот Юлия Владимировна просто вся в коллективе. Чтобы делает. Наш разговор еще... Мне бы хотелось, чтобы наш разговор еще... Я это делаю, да. Вот. Я больше работаю, скажем, в народном танце, ну и, конечно, народно-сценический. Народно-сценический — это уже, скажем, брать уже более академический. Это вот тот же самый ансамбль Моисеева. Березка, Моисеева, Березка, Жель, да, Жель, они работают в народно-сценическом. Это уже усложненный, там строгие обязательно, есть правила строгие, есть позиции свои, как бы и не свои, классические присутствуют. То есть вот оно идет там. Вот поэтому и идет. Но фольклорный, он самый начальный, он самый первый и так далее. То есть он уже делает, основу несет. Какие-то приобретает новые формы. А вы за чистое искусство. Мы все за присутствующие, да, здесь, да, люди, да, за чистое. А есть еще народно-стилизованный танец. Это вот о том, что мы с вами говорили. Это совмещается современный танец с народным танцем. То есть берутся элементы народного и под современную музыку танцуются. Скажите, пожалуйста, вот в принципе у вас направления, которые очень хорошо могут вместе жить. И у вас, и у вас, у всех. Да. Были ли у вас какие-то творческие коллаборации? Модное слово я решила использовать, не русское. При этом говорим, значит, про русский танец, про русский вокал. И я тут вдруг... В общем, были ли у вас какое-то сотрудничество? Какие-то совместные... У нас с Рябинушкой, это нами с Рябинушкой было. Но это была идея, может быть, скажем, моя, наверное, скорее всего, когда у нас... должен был очередной быть юбилей, по-моему, на 15-летие, да, мы, да, это делали. Совместили. Да, мы совместили, у них была песня «Чеботуха», а у нас был танец «Чеботуха». И мы это вот все в одну сделали. Ну, надо, конечно, доработать все это, было бы неплохо, но для того момента было для нас интересно, ново, и девчонкам было интересно поработать и из ансамбля «Рябинушки», и нашим девчонкам влиться. Мы, естественно, наши девчонки не пели, пели ансамбль «Рябинушка», но какую-то хореографию девчонки там что-то делали. Все равно они свое, мы попытались влить в их хореографию свою, но ничего так получилось. Вот. Потом была у меня идея, но она так и не реализовалась. У нас есть танец «Прялица», и мы хотели, чтобы Рябинушка спела, а мы станцевали. То есть, тоже вывести, естественно, но пока еще не реализовалось это. А мы сотрудничали несколько раз с музыкальным отделом, да? У нас, получается, музыкальный отдел «Тарантеллу» тогда мы танцевали. Да. Музыканты, да, они, оркестр прямо играл. И что-то еще, я не помню. Что-то было. Что-то еще у вас было, да. Как педагогов, есть какие-то моменты, которые... Может быть, что-то конкретное, что вас вдруг очень вдохновило? Или... Ну, в общем, откуда вы берете энергию? Это же тяжело, на самом деле, работать-то с детьми, же тяжело. От детей. Если мы видим, что дети идет отдача, у них получается материал, они танцуют это с удовольствием, эмоциональная какая-то. Естественно, мы пытаемся их зажечь сначала, но если это от них идет отдача, мы, естественно, этой отдачей заряжаемся, этой энергией, возникают новые мысли, идеи, начинаем пробовать, даем более сложные материалы какие-то, по крайней мере, у нас в коллективе.
И если ребенок увлекается этим материалом, пытается его сделать, и у него вдруг это получается, то вот у нас какая-то взаимоподпитка идет друг от друга. Мы больше именно от детей берем. Mm-hmm. Если дети берут материал, нам хочется работать с этими детьми, давать более сложный, какие-то, ну, не знаю, дальше развиваться. И... дополнительные способы, не знаю, пообнимать березку. Нет, такого... помедитировать на солнце. Нет, наверное, нет, такого можно... нет. Процесс. Ходят на концерты. Да, мы на концерты вот... по своему профилю. Угу. Ходим на концерты, иногда показываем видео детям, да, им тоже интересно становится. То есть детей тоже надо заинтересовать, не только от них что-то ждать, да? Вот, да, Владимир, да. Себя им тоже надо, конечно, давать, потому что если только от них все ждать, ну как. Мы очень любим на концертах, вот я, например, пока есть возможность, общаться, да, я люблю еще иногда и сама выйти на сцену. И вы знаете, да, как они... это детей заряжает? Видели, они конечно. Видят потом, ой, как классно, Юлия Владимировна, да, танцует, да, да, да. А я так же хочу, понимаете, даже так бывает. Вот. Иногда вот у нас то, что был дистант, да, мы видео отправляли именно вот наших вот и березку, я им их жили, отправляла. Они у меня, дети, рассмотрели эти номера, потом они мне рисовали рисуночки в костюмах. У них глаза открываются, ой, да, мы тоже хотим. Старшие девчонки я им давала из этих номеров, говорила, там, девочки, вот с такой-то по такую-то там минуту, да, там, с 30 секунд, вот эту связочку мне выучите, пожалуйста. Я говорю, и пришлите. Они мне делали, девчонки, я потом их спрашивала, девчонки, а интересно было вот так вот из такого ансамбля выучить вот такую сложную там комбинацию с дробями, с вращением, там, да, с молоточками. Они такие, да, интересно было. Ну, поэтому вот как у каждого по-своему, малышей рисунками заинтересовываем, картинками, а старших вот как-то так. Но это вы заинтересовываете, а вот... ну, как я заинтересовываюсь? Себя, да. Я вот... себя заинтересовываю. Я очень много, я вот на самом деле смотрю очень много материала, да, народного. А вот хочу рассказать историю. Я поехала в Грецию отдыхать. Вот. И к нам приехал, ну, как бы там ансамбль, да, который национальный греческий танцует. Я с ними весь вечер там танцевала, зажигала. И после этого у меня так вот прямо захотелось, я пофотографировала их. Я сделала один в один костюмы, как у них. Я музыку настоящую греческую тоже. Ну, ну как бы мы нашли все это дело. И вот, зажглась. Зажглась, да. И у меня вот у меня бывает такое, что я вот именно, да, куда-то пойду на какой-то концерт, увижу, и мне хочется поставить там, ну, не такой же номер, да, не взять его лично, да, а вот поставить в таком же стиле, там, такой же национальности, вот этот номер такой. Это вот у меня было. Были на экскурсии на озере Рице, и там приехал детский коллектив какой-то, что-то они там, не знаю, с кем-то какая-то там реклама, не реклама, но они просто вот как бы на пятачке стали танцевать. Выходят одни, вторые, третьи, именно детский коллектив. Там руководители тоже уже такие. Я стояла, думаю, а что, я пойду. И я пошла там, ну, как девочки, все. У всех глаза на лоб повылезали. Говорит, это... а я еще беленькая, а они же все говорят, откуда? И вы правильно, и все делаете. Ну, я так скромненько отошла, ушла в сторонку. Ну, ко мне, конечно, потом подошли руководители, и, по-моему, кто-то из... там, потому что детей снимали, кто-то из обозревателей там, я не знаю, подошли в стороночки, без камеры, естественно, без всего. Простите, вы вроде... не этой национальности, по и вам все это знает, все да. видно, а так вы двигаетесь и не, правильно ну, танцоры двигаетесь. Видно всегда, потому что я говорю, это всегда. У меня дети, мы когда в Болгарию ездили в лагерь, вот, мы каждый раз берем экскурсии в деревню к ним туда, и, соответственно, там тоже вот это представление делают. И у меня все дети выходят и танцуют вот эти болгарские танцы. Ну, несколько лет подряд мы ездили, и дети вставали, и все остальные там, кто были на экскурсии, говорят, а как, а чего? Я говорю, а мы хореографический коллектив. Да. И дети даже маленькие, которые не учили никогда, вот даже, ну, ведь как у нас образование происходит? Мы сначала даем партерную гимнастику, потом классику, да, а потом только начинаем народный танец вводить, да, вот. И даже те дети, которые этот народный танец там первый год только выучили, они уже все равно берут вот этот такой материал вот на уровне этой деревни, да, и это видно сразу вот таких деток, поэтому... И они зажигаются, конечно, им нравится то, ну, что у них получается. Естественно. Валерия Валерьевна, чем вдохновляетесь? Ну, мы любим с мужем сходить на концерты кубанские, донские, казаки, на какие-то вот мероприятия бывают в Лужниках, мероприятия там казачьи собираются. Так смотришь, слушаешь.
Ну, наверное, это где-то генетически может быть заложено, это все интересно. Ну, от детей вдохновляешься, от больших очень хорошо. Маленькие, они сами по себе эмоционально эти заряжают. А большие дети, ты уже не педагог и ученик, это уже некое сотрудничество. Mm-hmm. И когда даже выбираешь репертуар, начинаешь что-то, мы даже вот иногда что-то там смотрим, слушаем, да, вот здесь, а вот так, а вот так. И вот рождается какая-то песня. Это интересно, работать именно в сотрудничестве с ребенком, а не как наставник, как вот ты, вот ты должен вот так сделать. Нет, когда он свое что-то туда вносит, это вообще дорогого стоит. Ну так больших основной репертуар — это вот сотрудничество. Сейчас вот мы дошли до того, что у нас есть одна белгородская такая интересная песня. Мы ее пробуем с инструментальным ансамблем Антона Сергеевича Кузина. А на самом деле детям еще тоже интересно потанцевать и под живой оркестр, конечно, потому что это, вот конечно, мы что... выступали, не помню, в каком году, с президентским оркестром Российской Федерации в Доме музыки, вот, и, конечно, детей это до такой степени зарядило, мы там давали 10 номеров, мы целый концерт делали, и все номера были под живую музыку, под живой оркестр, сидел полный зал, и вот очень интересно, и опыт очень хороший для детей, вот когда живой, и поэтому вот если, конечно, с нашим оркестром поработать и с фольклорным ансамблем будет, конечно, здорово. Что мешает? Вот что, вот сейчас мы поговорили о том, что вдохновляет. Что может помешать? Пандемия. Да нет, здесь это пандемия, особо не могу сказать, что она помешала. Нет, она помешала, она внесла какие-то свои коррективы во все это. Мне кажется, что здесь мешает, наверное, больше отношение родителей. На мой взгляд, сложно, не да? знаю, бывает. Да, да, это вот, ну, уже вот коллективу 20 лет, и на протяжении 20 лет есть родители, которые вовлечены во все это, им тоже это интересно, это бывает небольшая группка, но она как-то поддерживает и пытается детей направить, там, что-то поддержать, может быть, тоже педагога где-то, но сейчас последние несколько лет, да я даже не беру вот этот вот год пандемийный, который, ну, еще за год, наверное, у родителей начинает падать интерес вообще водить ребенка на занятия. Ну, не заставлять, направлять, может быть, ребенка, чтобы он ходил. Начинаются вот эти вот пропуски. Родителю главное сейчас даже, может быть, его подтянуть в школе, самому. Чтобы были репетиторы какие-то у него по тому же английскому, биологии, химии, физике, не знаю, ну, по русскому, по разным причинам. Вот, они начинают жертвовать занятиями хореографией и увлекаются в это. Ну вот в моем понимании просто, в принципе, ну, мешает, не мешает. Ну, жизнь сейчас просто сложная, понимаете, школа сложная. Детям столько задают, что они, некоторые еле доходят такие все, уже никакие, до нас, да. Вот. Это родители, Москвы. Кстати. Родители и педагог в одном лице. Да, я и родитель, и педагог, я поэтому это все прекрасно знаю, когда мой старший ребенок сидит до часу ночи, делает уроки, вот. Но она еще и прибегает, да, она позанималась, но он говорит: мам, ну я вот... Я немножко отдохнула хотя бы мозгами. Вот на танцах я отдохнула, а сейчас вот я с новой силой вот туда пошла. Некоторые не выдерживают просто такого темпа, не выдерживают этой школы, вот, которая реально там много всего. Даже сейчас первоклашки, если раньше они освобождались 12 часов, сейчас их задерживают там до 2, до 3 часов. Ну, естественно, тяжело ребенку. И плюс еще куда-то везти. А хочется родителю, конечно, чтобы он дополнительно занимался. Но, наверное, все-таки, пока ребенок маленький, школа для него является, ну, более важным, чем доп. Образование. Потом, может быть, еще, не знаю, может быть, это опять-таки родители мало проинформированы. Они почему-то начинают хореографию убирать на последний план и брать... скажем, спорт. Английский. Ну, английский тоже, английский, ладно, спорт. Как выстраивают, а как они представляют спорт. Себе, наверное, ну, да, будущее профессиональное ребенка, вот. И они его стараются, наверное, что с хореографией там начинают, что вот у них это болит, то болит, все болит. А в спорте разве это не болит? Болит. Но врачи начинают говорить: вот вам надо заняться, скажем, плаванием, бегом. Я не знаю, каким-то там массажем вам надо.
А то, что хореография дает и внутренний массаж, и, ну, наружный массаж нет, но внутренний массаж органов у него точно идет в хореографии. Если коснуться, копнуться туда далеко, в это можно, как говорится, и какое определенное движение на какой орган реагирует. Сейчас есть эти книги, можно туда залезть, почитать все это, и есть даже лечебная медицина, которая в этом плане работает. Они работают на элементах хореографии. Я не беру именно народный там или еще какой-то классический. Латин очень хорошо дает массаж органов внутри. Так надо же, это московское долголетие. А что, лечебный танец? Вот, для этого, ну, наверное, надо брать отдельного педагога, который будет заниматься только на взрослых. Но опять-таки, чтобы понимали. Кабинеты. Кабинеты, понятно. Да. Вот что, собственно, мешает. Загруженность, да? Загруженность, да. Не хватает нам. Кабинетов не хватает, нам зданий не хватает, нам надо расшириться. Да, шириться, построиться, построиться. Борец творчества, ротонду, ротонду, давайте перестроим. Мы ее хотим перестроить уже 1000 лет. Лет 10 точно уже все мы хотим сделать. Хотела еще сказать по поводу коррекции. Да, вот у меня у самой ребенок левша. Вот. И сейчас к нам тоже девочка ходит во вторую группу, тоже левша. А и у них вот идет у всех левшей такая раскоординация. И когда я разговаривала по поводу своего ребенка, да, я говорю, ну вот с нейропсихологом, она сказала, вам обязательно нужно, чтобы ребенок занимался танцами, большим теннисом или плаванием. То есть почему вот эти три тоже вида спорта? Да, это координация очень сильно развивает. Mm-hmm. То есть работают две руки, две ноги, там ребенок учится где право, где лево. То есть лечебная часть. Да, своя. Да. И вот в принципе вот для детей некоторых, да, танец он является лечебным, mm-hmm. да, он развивает очень хорошо правое и левое полушарие, потому что сделать турпике с правой ноги и с левой ноги, даже смотришь на детей, у кого-то с правой лучше получается, у кого-то с левой, это зависит именно от развития мозга. И когда ребенок научится координировать, делать тоже колесо справа-слева, то есть мозг уже компенсируется, и та, оно развивается. Угу. Попробуйте немножечко про коллектив, давайте, может Валерий, быть, Валерий. Вспомнить какие-то моменты, начало пути. Как это сейчас, как для вас, что поменялось, так что смешно изменилось? Было. Я когда пришла в коллектив, я была такая молодая, мне уже достался коллектив. С опытом, ну, не с опытом, но он уже был здесь, да, он, правда, был больше на классике основан, да, но народно-сценическим танцем они занимались, вот, и на самом деле я сейчас смотрю записи видео, как это было вот по молодости, мне так смешно становится, мне кажется, вот я с опытом, ну, как бы коллектив более сильным становится, более такие насыщенные номера становятся, да, более яркие номера, более интересные номера, ну, вот, на мой взгляд, вот, если я так анализировать, да, с 2003 года, когда я пришла, и вот по сегодняшний день. Получается, 18 лет. Да, да, 18 Срок. Лет. Да. Срок. Вот 18 лет мы это. Уже работаем. Но я, например, вот не устаю вывозить детей. Я очень люблю их вывозить и в лагеря. Вот. В Болгарию, в Сочи. Нам нравится. Нам нравится. И на конкурсы нравится ездить куда-то. Вот. И детей это очень сильно заряжает. И я сама как-то так тоже с ними подзаряжаюсь. Нет, выезды очень они организуют и дают опыт общения, опыт внимания, опыт, ну, всего, наверное, как бы сплачивают и коллектив, сплачивают родителей, сплачивают педагогов, если, допустим, не один педагог, а вдвоем выезжаешь. Это перебью, чтобы развеять потом мысль. А Танами у нас в этом году исполняется... В том году было 20 лет. 20 лет, то есть тоже... В 2020-м. Да. В 2020-м было 20 лет. И сейчас... вы основатель же. Алина. Да, и я основатель. Каких-то проблем я не вижу ни тогда, ни сейчас, ни на протяжении этих 20 лет. Не то, что проблема, а вот сложно, легко ли. Ну, оно как-то идет и идет. Опыт, да, опыт появляется. Может быть, начинаю видеть, понимать, то, что я когда пришла тогда, хотела сдать что-то сложное. А дети с нуля все практически. У меня, то есть я с нуля набирала детей. И так получилось, что я пришла не 1 сентября, а в октябре или даже в ноябре. Я сейчас точно месяц не помню, когда. Наверное, в октябре, но решила набирать коллектив в ноябре месяце. И я, как бы, выбора у меня не было. Я села на телефон. Раньше у нас были, ну, там, не анкетки, а списки такие. И, короче говоря, я взяла всех отказников, которые вот прошли собеседование в танцевальные коллективы, в художественную гимнастику, но они не прошли туда.
Я села и просто тупо им сказала, что приходите, мы берем всех. Неважно, какие вы. Тонкие, толстые, высокие, низкие, косолапые, неважно какие. Выворотные, берем всех. Валерия Валерьевна, немного про путь ваш с вашим коллективом «Ребенушка». Вы основатель этого фольклорного коллектива. Да. И нет. Лет вам в этом году... Коллективу. 10 лет. Да. Тоже немаленькая цифра на самом деле. Мы еще юные, молодые, прекрасные, поэтому... Естественно, все мы тут такие. Можем ваять. Вообще, это очень интересно. Я вот сейчас сидела и вспоминала, как я вообще пришла после музыкального училища. Это так сейчас вспоминается, как-то было так страшно. Так детей немножко боялся. Думаю, боже мой, как же ты тут? Ты же вроде как руководитель должен быть. Ну, все с опытом приходит. Интерес, самое главное, что у самого, когда преподавателя есть интерес, это все как бы воплощается в жизнь. И это у меня уже в моей жизни третий коллектив. И второй коллектив, который я сначала тоже начинаю, сама набираю. Это интересно очень. Ты не знаешь, какие дети будут, чему они тебя научат. Потому что ты знаешь, чему ты их можешь научить. А какие они придут, что они тебе скажут, что, как ты будешь с ними работать, какая у тебя пойдет программа, что не пойдет. Это каждый раз интересно. Дети, они вообще с сюрпризами такие. Ну, это здорово, что есть такой опыт, здорово, что есть такие коллективы, здорово, что нам нравится приходить работать. Периодически не хватает времени. Думаешь, почему же так мало времени в сутках, потому что еще, кроме творчества, есть еще какие-то обязанности. Это интересно. И у меня в семье дома все знают всех детей, кого как зовут, кто куда чего. Мои две девочки тоже занимались у меня в коллективах. Младшая здесь уже ходила в коллективе. Ну, и все время это открытие какое-то.